Вот человек идет. Эй! То есть, видите, она уже мимо проходит. Как только она хочет к нему подбежать, я сразу свой маркер. Эй! И она пробегает мимо. Главное вовремя показать недовольство. А потом она уже привыкает. Там впереди детеныш идет. Надо взять на поводок. То есть не детеныша на поводок, а джинку. Сейчас она вперед убежит, я ей скажу стоять. Смотрите. Тайсон там занюхался. Санье всякое нюхает. Пошли, Джина, вперед. Ну, смотрите. Стой. Да, ко мне. Ай, молодец, Джин. Что так делать? Прыгнула на меня. Стой. Стой. Одной рукой, видите, поводок этот удобный, ошейник. Пошли, Тась. Сейчас детеныша пройдем, я ее дальше отпущу. Ну, она может помимо пройти, а может к нему подбежать, интересно. Поэтому Джинку я взял на поводочек. Вперед, Дина. Вперед. 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 Вот кормушка, смотрите. Нюхает. Ой, собака. Здрасте. А, мы вас видели, да? Ну, Джинка, ты так что-то это холка у тебя так красиво прям стала стрелкой. Помнишь, Джинка, это твой дружок, у кого-то там тарелку забрала или что там игрушку какую-то. Не отпускайте здесь, побегай. А, походи. Дина, ну стой. Стой, 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 иди, побегай. А, тоже собирает, да? Вот я Джинку тоже отвечаю. Короче, это надо это. Берете на поводок, прям к кормушке подходите. Близко. Как только она начинает что-то брать, по заднице так слегка хоп. Давай, давай, идем отсюда. Моль, пошли. Я уже вот отучил, она уже не смотрит туда. И научить запрещающей команде обязательно, чтобы она понимала, что вы говорите, а то она даже не слышит. А хулиганка маленькая, да. Ты что? Тебе говорят, нельзя хлеб жрать, ты жрешь. У меня одна команда вот так, эй, она сразу понимает, эй. Ой, что-то жрет, вот жрет. Вот собачка, отравишься, сейчас столько всего подкидывают. Моли. Ах ты, хулиганка, надо идти, она сейчас иди побежит. Сюда. Идемте дальше, они прибегут сейчас. Джина, ко мне. Молли. Молли. Давай, 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 молодец. Джинка, тебе вот побороться бы, да, с кем-нибудь?
такая, иди сюда лапами. Но она у вас такая добрая, закрасила. Обычно они такие. Она, наверное, щенок, поэтому еще, да? О, игрушка. Класс. Тасик, дай. Дай, я тебя брошу. Тасик, стой. Дай. Джина, Молли. Джина, смотри, Джина, смотри, что есть. Джина, Джина. Ей никто не нужен. Джина, смотри, какая игрушка. Ай, и беги туда, Тасик. О, увидела. Давай, отбирай. Вспомнила, да, эту игрушечку? Сейчас тоже отберет и будет там прятаться. Молли, догоняй, отбирай. Давай, третий. Да, третий, давай, подключайся. Хорошая зимога такая. Садик вперед, вперед. Дай, дай, Тась. Голос, голос. Ой, молодец. Вперед. Скажи, я полаяла, а вы отобрали. Отбирай, Молли. Иди другой, свои, свои. Они такие большие. Не буду, не буду. Скажи, хозяйка, давай ты попробуй отобрать. Ну что, вперед, Тась, двигайся, все за тобой. Ну что у нас тут? Не поделится, да? Молли, ну-ка давай, рефери. Ну что вы там это, схватились так? Не разовьете? Молли, давай, отбирай. Давай, давай, молодец, у тебя там место полно. Хватайся. Давай, Молли. А, молодец, Тася, убегай. Убегай, убегай. Тась. Тасик, стой. Дай. Дай. Ну-ка, Джинка, сиди. Ай, молодцы. Вперед.